В региональном отделении «Единой России» сегодня подводили итоги уходящего года. На брифинг в партийном офисе пришли представители депутатского корпуса. Николай Панков, депутат Госдумы и секретарь областного отделения, говорит об обновлении ядра. За этот год мы с вами тесно работали, и вы сами видели о том, что «Единая Россия» обновлялась и обновляется. Для статистики скажу о том, что у нас с вами 26% на 26% сменился политсовет регионального отделения партии, то есть 22 человека были заменены. У нас в президиуме сменилось на 54%, обновился президиум партии «Единая Россия», а это является высшим органом после съезда нашего местного отделения. Главная наша цель так остается, это благополучие граждан, о чем говорилось на съезде, 19-м съезде партии «Единой России», основателем нашей партии, президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным, где главный ориентир остается человек, поэтому активности от наших партийных организаций мы ожидаем и в следующем году. На будущий год в Саратове стартует проект по ремонту тротуаров. Идею в ходе одного из недавних визитов озвучил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Помните, что буквально прошлый, позапрошлый год был реализован на территории нашей области проект. Это строительство и ремонт внутридворовых территорий в городе Саратове, в городах нашей области, в дальнейшем он развился, то сегодня Вячеслав Викторович Володин предлагает как раз в городе Саратове начать ремонтировать тротуары, где 80% тротуарной территории сегодня не соответствует нормативам, не соответствует безопасности наших граждан, а часть из этих тротуаров вообще отсутствует. Для информации, и как выразился Вячеслав Викторович, финансирование, которое он будет искать и привлекать на город Саратов, это посчитали в первом приближении необходимо 1 800 000 000 000 рублей, чтобы привести к нормативному состоянию все тротуары в городе Саратове. Этот проект им рассчитан на 3 года, где-то по 600 миллионов рублей ежегодно он будет привлекать, в том числе и за счет спонсорских средств, на территорию города Саратова. Этот проект разделен на ряд подпроектов, где мы понимаем, что та или иная, значит, дорожка или пешеходное пространство не должно идти в никуда. В основном будут изначально браться и делаться те пешеходные тротуары, которые сопряжены с большим количеством населения. Это подходы к больницам, к поликлиникам, к школам, к детским садам, к домам культуры, к, значит, другим местам, где сосредотачиваются жители и население того или иного района. Еще раз, коллеги, поймите и приглашаем, как сказал Вячеслав Викторович Володин, к этому проекту всех для участия, чтобы наш с вами город, эту главную задачу ставит Вячеслав Викторович Володин, также был безопасным, комфортным, красивым, и всегда мы могли с гордостью говорить о том, что мы живем в Саратове. Город с европейскими ценностями, город со своей историей, город пригодный для жизни, город, где жители и граждане имеют полный набор, достаток комфортной среды. Также на брифинге Николай Панков коснулся скандальной истории с арендой здания на Стрелке под колледж юридической академии. За один из активов предпринимателя Андрея Алешина ежегодно перечислялись бюджетные миллионы. Неоднократно говорил, и, знаете, правду скажешь, другу потеряешь, да? Вот. Вы как журналисты, как работаете в средствах массовой информации, как никто понимаете, как иногда слово «правда», оно тяжело в том числе где-то пробивается. Поэтому не случайно говорю вот о тех нарушениях, беру и говорю о них открыто. Почему? Потому что сам так считаю и убежден в
том числе с Академией права, начали изучать и открытие филиалов. Слушайте, Смоленский филиал, Астрахань филиал. Вот начал, да, когда иногда говорят, да нет, что-то там не то. Ну, если вы за собой что-то чувствуете, вы лучше промолчите. Или оставьте должность и уйдите спокойно. Нет, вы когда начинаете шебуршиться, вы когда начинаете говорить, да нет, этого быть не может. Слушайте, чего не может? У вас в Астраханском филиале чуть ли не каждый год руководитель филиала был осужден за взятку. У вас в Смоленском филиале чуть ли не каждый год руководитель и руководство этого филиала также шли по рядом, по статьям были уволены. Если мы говорим о том, что, слушайте, наши 100 бюджетных мест из Саратова передали по филиалам, ну, слушайте, ну, так быть не должно. Я вот сейчас тоже вместе с вами читаю в средствах массовой информации, когда были заключены договора по аренде зданий, они кабальные для института, которые не нужны институту. Поэтому вот эти вещи нам нужно порядок наводить и о них открыто говорить. Понимаете? И вынуждены были это говорить, вот да, я эту проблему поднимал. Плохо, что ее не поднимала система образования. А не поднимала, потому что аффилированность в структуре ректор и директор школы, колледжа и дочь. Ну, так не может быть, понимаете? Если уж, извините меня, вы как руководители должны это требовать с подчиненных, так вы прежде всего потребуете это с себя. Потребуйте это с себя. А когда вы над подчиненными говорите, что вместо вот этого директора будет работать моя теща, слушайте, разве это правильно? Разве это та оценка, по которым должны подбираться директора школ или директора учреждений? Но вы мне объясните, для чего Академия права, имеющая статус третьей в государстве, точнее в Советском даже Союзе, может быть, вторая и третья, в плане ценилась как Академия, именно академическая школа, для чего создавать факультет сервиса? Ну, для чего, кого готовить на этом факультете? Ну, где юристы и где, извините, чего изволите? Ну, как это? Да, Рособорнадзор вынужден был закрыть. Несколько лет не проверялось учреждение через Рособорнадзор. А когда начали смотреть, очень много вопросов, которые вот сегодняшний коллектив вместе с исполняющими обязанности надо было быстро привести в соответствие, чтобы зарегистрировать все здания, все учреждения, чтобы сделать доступную среду, чтобы пройти и получить аттестацию. Один факультет закрыли, ну, одну специальность, ну, правильно считаю. Поэтому много вещей, которые, знаете, получается, что все видят, а никто не говорит. Но люди-то это видят со стороны. И когда мы задаем вопрос и говорим, почему сегодня рейтинг «Единой России» вырос с 24% апреля этого года до 34-5% октября этого года, за полгода, вот только поэтому, что стали активно вскрывать недостатки, говорить о этих случаях, не замалчивать их, люди поверили. Сказали, да, правильно, поддерживаем. По-другому как бы нельзя, коллеги.